тебе. Вы же тоже сегодня играли, правильно? Кто стучал нам? Помогали ведь вы? Молодцы. Вот ты прям сразу схватил, да? Тебе надо к нам. Пойдем сейчас с нами вот сюда. Пойдешь? Ты потому что очень хорошо... Нет, первый вот начал мальчик первый. Как тебя звать? Илья. А? Илья. Вот, может, тебя взять? Пойдем с нами? Сейчас поиграешь с нами. Хочешь? Я тебе дам одну штучку. Пойдем. Иди, Илья. А у вас нигде штучки нет рядом еще? Еще одной штучки нет. Еще одной штучки. Пойдем, я тебе дам сейчас. А он очень ритмичный. Он нам помогал в том балалайке, а то мы не сыграли. Знаете, бывает такая скорость, что уже не соображаешь. А молодец. А он нам помогал. Вот такой хороший бубен. Ты потом только верни, ладно? Потому что Татьяна Васильевна, там я знаю, там нужно все. Вот этот бубен мне потом верни, хорошо? Иди вот сюда. Нет, вставай. Стой вот здесь. И на меня смотри. Вот. А я тебе кивну, хорошо? Ладно? Там будет у нас... Он ударник. Он ударник, да? Нет, Рома нет, ударник. А Рома может что-то другое взять, Рома. Что у тебя есть с собой? Какие? Какие ударники? Ты же ударник, подожди. Ты должен носить все время с собой что-то. Нет, так он добрый. А, я знаю. Татьяна Васильевна, я знаю. Я жду его, кстати, на конкурс. Карусель, все приезжайте, всем первые места. Все приезжайте. Так, ну нету второго бубна, значит, ты смотришь на меня, я тебе кивну, хорошо? Когда надо играть. Умеешь долго стоять и ждать? Молодец. Ты можешь к зрителям повернуться. Знаешь, есть роль, например, у литавры, да, в оркестре. 2 часа, 3 часа идет какой-нибудь спектакль, да, она стучит один раз только. Представляете, 3 часа ждет, и потом один раз стукнет. Но ей, правда, платят деньги за это. Тебе мы не заплатим, конечно, но ты тоже так же подождешь 3 часа. Только смотри на зрителей, ты же артист. А я тебе, когда стукнешь, и все. Хорошо? Я тебе скажу. Потому что ты как артист, молодец, из оперного театра. Ты можешь вот так, как цыгане. Сейчас, кстати, прозвучит еще одна цыганочка. В обработке Цыганкова и Беляева. Ну, понятно, еще наши есть всякие усилия. Цыганочка. Илья, 20 сантиметров вот сюда. О. Чтобы вошел ты, конечно. Это разошлется уже сразу. Сегодня в Ютубе будет. Это тут уже все наши будут. Не только французы. Думаю. Ну, давайте. Все. Цыганочка. Thank you.
Даночке. Спасибо большое тебе. И артист, мы тебя берем. Так, нам, пожалуйста, его заверните. Мы едем в командировку с 15 по 26. В Европе. Не теряйте мальчика, он будет по Франции и Португалии. Да. Кланяемся. Спасибо большое. Долго. Ну, а вы долго хлопайте, мы не скромные, мы будем долго кланяться. Дети, не разбегайтесь, пожалуйста. Я вас очень прошу, мы вас так давно ждали, мы вас очень любим. Это и Татьяна Васильевна, это и всех деток, и всех взрослых. У нас фотосессия, нам надо выставить фотографии красивые. Понятно, да, с детьми. Давайте они очень вами любят детей, вами, да. Мы сделаем вид, что мы вас всех любим. Значит, мы кстати, понятно, да, как будто бы наши ученики, да, ну мы делаем вид. У нас реклама, двигатель прогресса, вы знаете, да? То есть, если мы будем одни, как это, а вот с детьми это пойдет дороже будет. Понятно, да? Так что мы это сделаем сейчас у нас в фотосессии. Так, ну, спасибо вам за внимание большое. Мы очень рады, что вам привезли эту новую программу, обыграли на вас. Ну, знаете, акустически не очень, у вас зал, конечно, хороший, но мы старались. Я надеюсь, мы вам доставили удовольствие, потому что главное все-таки в музыке – это обмен эмоциями, энергиями, это главное – получать удовольствие. Вообще в жизни главное – получать удовольствие от жизни, правильно? Поэтому это самый главный наш девиз. На сцене мы тоже стараемся вам отдать то, что мы умеем, наше мастерство, наши эмоции. Мы вас от всей души благодарим. Вот небольшие сладкие подарки для вас. Ой, спасибо большое. Да. Это плюс 5 килограмм.